чувствую себя мужчиной таким вот. Потому что вы Париж столица Югославии. Это надо считать, нет? Надо, конечно, надо же о чем-то мечтать. Ага. Хорошо. Из Москвы сообщение. Мужчина хвастает. Вообще на анекдот смешно повелся. Что потом, чем закончились отношения, неясно, но повелся. Можно рассказать анекдоты, понимаешь? Ну да, тут говорят, главное рассмешить еще мужчину. А, это нам в Питере написали. А, смеяться над его шутки во время разговора. Разные вещи, Саша. Ну что, хорошо. Ну, я думаю, если будешь не только смеяться над шутками, но еще и смешить, то чтобы он смеялся над твоей, это гораздо эффективнее. Антония, в нашем форуме Европа+.ру написал, что самые красивые девушки живут в Нижнем Новгороде.